Всех приветствую, с вами Юрий Шулипа, привет, политический эксперт. Пожалуйста, кто еще в чате, напишите, как звук, слышимость, самое главное. И, да, пожалуйста, еще раз повторюсь, напишите в чате, слышите ли вы. Ага, теперь что-то, все, значит, тогда можно приступать к передаче. Так, сегодня, да, я сразу заранее извиняюсь за технические неполадки, которые возникли при предыдущем стриме. Вот что я, конечно же, у вас таким образом невольно и не хотя, можно сказать, ну, отвлек ваше мнение и внимание. Вот, поэтому еще раз извиняюсь, ну и впредь, я так полагаю, что уже подобного не будет, вот, потому что сейчас стримы будут чаще у меня, и, соответственно, все вот будет, как говорится, в колее. Итак, сегодня сразу сообщаю анонс. Основная тема нашего стрима, она о том, что Москва помогает Тегерану завершить создание ядерного оружия. Вечером сегодня, анонсирую, сегодня вечером в 21:00 по киевскому времени мой монострим о ликвидации угрозы, имеется в виду с территории Республики Беларусь, и тот стрим будет по времени такой достаточно объемный. Я детально расскажу постараюсь во всяком случае максимально рассказать о плане под условным названием «Кинжал» по повторному захвату и оккупации города Киева. Причем сразу объясню, существует два плана «Кинжал». Первый план «Кинжал» – это большой, вот именно касаемо захвата Киева, и малый «Кинжал» по отсечению вооруженных сил Украины и вообще такой небольшой узенькой части территории Западной Украины от Польши и, соответственно, поставок различных видов вооружений. То есть это попытка оккупации Запада. Ну и, соответственно, еще раз повторюсь, пугаться этого абсолютно не нужно. Просто поговорим о том, когда это произойдет. Дам свой прогноз на ближайшие полгода вперед, и как, соответственно, этим воспользоваться, этим злом воспользоваться в своих интересах для того, чтобы ликвидировать угрозу Лукашенко. И это все вполне реально. Почему это реально, я вам объясню. Так, следующее, что это оперативная обстановка на фронте. Сейчас я также вам ее расскажу кратко, потом перейду к основной теме. И, соответственно, в конце этого выпуска отвечу на те ваши вопросы, которые накопятся в чате. Итак, по поводу обстановки на фронте. Я, поскольку так же, как и подавляющее большинство моих зрителей и слушателей, непосредственно на фронтовой линии не нахожусь, но лично для себя я, потом же для всех остальных, кто меня читает, слушает, разработал соответствующую методологию оценивать, значит, оперативную обстановку на фронте по количеству ликвидированных российско-фашистских захватчиков. Возвращаясь к этой теме, 21 октября в своем стриме я объяснил, значит, и до этого, кстати, я неоднократно объяснял, да, нужно понять, что объясню эту общую информацию для понимания. Если силы обороны Украины ликвидировали в сутки около 200 российско-фашистских захватчиков, это минус, потому что фронт со стороны агрессора наполняет за счет чмобиков, частично могилизированных. Если силы обороны Украины ликвидировали в сутки около 500 российско-фашистских захватчиков, ну, скажем так, это еще нейтрально, это скорее более положительно, позитивно, нежели, скажем так, нейтрально. Если мы хотим достигнуть действительно быстрой победы над агрессором, о чем говорят, ну, я, конечно же,
сроки ставить, это на данный момент не представляется возможно по ряду причин. Но, тем не менее, вот к условному сроку, это весна 2023 года, то с учетом тенденции мобилизации силы обороны Украины должны ликвидировать сутки от 2 до 5 тысяч российско-фашистских захватчиков. То есть, вот 2 тысячи российско-фашистских захватчиков – это минималка, ну, 5 тысяч российско-фашистских захватчиков – это, соответственно, пятерка, вот таков результат. И это должны планировать, взять, вот я же неоднократно говорил, в этой работе написано еще в апреле месяце к широкомасштабной фазе российской агрессии, я неоднократно писал, что высшее военно-политическое руководство Украины должно по умолчанию принять доктрину тотального уничтожения живой силы противника. Орки – это топливо войны. И пока они живы, война России против Украины будет продолжаться. 21 октября я с величайшим прискорбием сообщил, что, ну, я, собственно говоря, сообщил то, что имелось в открытом доступе, это сводка Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Уничтожили всего лишь 100 российско-фашистских захватчиков, всего лишь 100, да? И вот мой стрим был в 20.00, а в 22.00 Алексей Арестович у Марка Фегина сообщил, вот можете посмотреть первые минуты, я очень, очень внимательно наблюдал за... Я вообще, скажу так, вот лично для себя каждый день смотрю прямые эфиры Марка Фегина и Алексея Арестовича. Вот там Алексей Арестович сказал, что противник имел небольшой оперативный успех на Бахмутском направлении. И вот как раз-таки в этом плане Алексей Арестович подтвердил мою методику изучения ситуации, точнее, методику понимания ситуации на фронте. Что если уничтожено, еще раз повторяю, меньше 200 российско-фашистских захватчиков, это минус. Если уничтожено 500, но это 500, то это, скорее всего, больше к плюсу, чем минус. И так, сегодня по состоянию на 23 октября по сообщению Генерального штаба Вооруженных сил Украины было уничтожено около 400 российско-фашистских захватчиков. Вот если такая цифра нам будет сообщена и в понедельник, то, соответственно, в понедельник, когда Алексей Арестович появится у Марка Фегина, он нам сообщит о том, что силы обороны Украины имели оперативный успех на различных операционных направлениях. Ну, собственно говоря, все на самом деле легко. Итак, я теперь не буду больше на этом вас задерживать. Перехожу к основной теме выпуска. Дело в том, что в свете поставок иранским режимом в Москве беспилотных летательных аппаратов «Шахет-136», ну и, соответственно, «Араш-2», то, что вот будет осуществлено в самые ближайшие дни, а также ракет меньшей дальности, подтверждается информация о помощи Тегерана со стороны Москвы в завершении создания ядерного оружия. Это то, что я вам также говорил в стриме от 21 октября и на этом же канале Собин Ньюс Лайв и на большом канале у Василия Миколенко Собин Ньюс. В начале августа, помимо подписания Москвой первого контракта с Тегераном на покупку 1000 беспилотных летательных аппаратов «Шахет-136», дополнительно по настоятельной просьбе иранских аятолл между Москвой и Тегераном была достигнута договоренность о заключении сверхсекретного договора помощи Тегерану о завершении создания боеголовок ядерных зарядов различной мощности. Предварительно Москва направила в Тегеран группу специалистов из Росатома и 4-го Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны РФ, а также необходимое оборудование для оказания научно-технической и организационной помощи иранскому режиму в завершении создания боеголовок ядерных зарядов мощностью 10 килотонн каждая по оснащению ракет «Шахаб-3» дальностью полета от 1300 до 2000 километров, это по классификации ракеты средней дальности, и, соответственно, для создания боеголовок ядерных зарядов сверхмалой мощности по оснащению ракет меньшей дальности, то есть по классификации это до 1000 километров. Таких ракет, как «Фатех-110» и
Зульфа, соответственно, на 300 и 700 километров дальностью поражения. Ну и в свою очередь Тегеран направил в Москве инструкторов для подготовки на местах запуска операторов беспилотных летательных аппаратов «Шахет-136» и «Раш-2», а также ракетных комплексов «Фатех» и «Зульфхард». И вот тут бы я хотел немножко остановиться именно вот касаемо технической части. Ну, те специалисты из «Росатома», которые направлены в настоящее время в Тегеран, вот, они там непосредственно будут заниматься атомной частью, а специалисты из 4-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны – это чисто ракетчики, которые будут помогать Ирану завершить создание боеголовок для ядерных зарядов. Вот у Ирана какая основная проблема? Это именно в создании боеголовок ядерных зарядов. Потому что средства доставки этих ядерных боезарядов у Ирана есть. Это, пожалуйста, те же самые ракеты «Шахаб-3» и вот другие ракеты меньшей дальности от 300 до 700 километров, которые Иран сейчас уже, можно сказать, вот буквально в ближайшие дни поставит на вооружение страны, стране-агрессору и оккупанту. Вот. Дело в том, что в свое время жил в городе Королев Московской области, а 4-й научно-исследовательский институт Минобороны, он находится на территории города Королева, в микрорайоне Юбилейный. Раньше еще буквально, как мне память не изменяет, 10 лет назад Юбилейный был отдельным городом, а еще до этого, во времена бывшего СССР, этот район назывался Болшево-6 и состоял из 4 военных городков. И раньше этот институт, он имел секретное название, там ордена какого-то там, не Ленина, учитывая ордена Ленина, трудового красного знамени и так далее. Но если хотите просто более подробно ознакомиться с исторической справкой этого института, можете почитать о нем в Википедии. Был на территории этого института, причем дважды. Сначала во времена СССР, это еще ближе к концу 80-х. И что представляет из себя этот институт? Это более десятка корпусов сталинской постройки. Также на территории этого института находится киностудия Министерства обороны РФ. И там, кто нас, кстати, слушает из города Королева Московской области, а также вот ближайших городов, там Мытищи, Пушкино, Щелково, кто был вот этом, в районе Юбилейном, да, они знают, как вот ехать на восток, в сторону Клязьмы, туда вниз, вот там, где БМЗ, там Болшевский машиностроительный завод, еще старый, который при Российской империи был построен. Вот он находится слева, там такой длинный-длинный забор, и по улице, и эта улица такая длинная в этом микрорайоне Юбилейном, она называется улица имени Тихонравова. Вот. Там есть вот такой лесок-парк, и в нем расположены еще шахтно-пусковые установки, в которых испытывали ракеты, проходили и сейчас проходят различные ракетные испытания. Это одно из ведущих научных учреждений Министерства обороны РФ. Там, насколько мне известно, работают достаточно неплохие специалисты в сфере ядерного, создания различных ракет, носителей там, и прочих комплектующих. Вот. Итак, что важно, создание в Тегеране первой партии ядерных зарядов различной мощности с учетом проведения испытаний, потому что создать ядерные заряды одно, но необходимо провести их испытания, должно быть завершено в феврале 2023 года. Насколько мне известно, пока конкретные точные даты завершения создания ядерных боезарядов нет, потому что это, еще раз повторю, это программа секретная, и Россия, конечно же, бросила лучшие свои кадры для того, чтобы помочь своему военному союзнику Ирану создать и усовершенствовать ядерные заряды.
И что важно, нужно понимать, военно-политическое руководство Ирана рассматривает Украину в настоящее время в качестве полигона для испытания своих беспилотных летательных аппаратов и ракет меньшей дальности с целью последующего их применения, но уже, конечно же, не в обычном, а в ядерном оснащении по Израилю с территории временно оккупированной Сирии, там, где имеется иранское присутствие, не, или непосредственно с территории самого Ирана. И вот тут я, кстати, хочу нашим зрителям и слушателям сказать, что в Сирии существует секретный иранский завод. Иран построил там сборочный цех. То есть, смотрите, комплектующие они в основном, которые могут делать Иран, они делаются непосредственно в самом Иране, либо Иран вот шпионским различным методом, через в том числе Россию, вот, потому что Путин, ну, глава вот этой самой оси зла, ну, сейчас вот мы потом немножко в конце вот этого выпуска я вам расскажу о той оси зла, которую строит Путин. Вот Россия помогает им через свои разведывательные органы создавать различные теневые серые схемы в обход санкций, помогать Ирану с различными комплектующими. А непосредственно на территории Сирии, где присутствует Иран, там существуют производственные цеха, где происходит сборка беспилотных летательных аппаратов «Шахед», ну и прочих различных видов вооружений. Вот. И важно еще отметить, что для Путина и его окружения, почему Путин в том числе, он помогает Ирану завершить создание ядерных боеприпасов, потому что ему все-таки важно, чтобы Иран применил первым ядерное оружие. Почему? Это обычный чекистский прием для размывания внимания, либо для отвлечения внимания на иной релевантный объект. Ну, это уже говоря юридическим языком. А почему? Потому что, вот смотрите, первый прецедент применения ядерного оружия по жилому городу был создан Соединенными Штатами Америки 9 августа 1945 года. США сбросили ядерную бомбу мощностью 50 килотонн на город Хиросима. И Плешивец, кстати, в своей Херсонской речи, когда он совершал попытку аннексии, помните, был на Красной площади в Москве шабаш, и вот он уже и опирался вот этот прецедент. И потом, в общем, если прецедент с испытанием, используем ядерного оружия со стороны мирового сообщества, ну, имеется в виду, если Иран, в частности, против Израиля, да, окажется безнаказанным, то с высокой долей вероятности Плешивый Авнулёныш отдаст приказ о применении ядерных боезарядов оперативного или тактического уровня в Украине или на территориях иных стран. Да. А у Ирана, еще раз повторюсь, что важно. То есть носители ядерных боезарядов у них есть, это те же самые ракеты Шахаб, и в качестве носителей ядерных боезарядов может быть использованы те же самые дроны Шахед. Ну, вот там небольшие там ядерные заряды, то может быть там где-то от 0,2, там, то, условно говоря, там, ну, ядерный заряд там может 0,2 килотонны вполне на этот Шахед можно разместить. Или вот те же самые ракеты меньше дальности от 300 до 700 километров. Только вот необходимы, конечно, специалисты из Росатома и 4-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны, которые находятся в Королеве, чтобы помогли им завершить. Ну и там еще ряд технических необходимых средств. Ну, они там уже, как говорится, сами это дело все решают. Значит, сразу хочу сказать, израильская разведка, она, возможно, как мне это представляется, ситуацию с ядерной угрозой Ирану проморгала. Она проспала, можно сказать. Но это следует из заявлений, кстати, министра обороны Израиля, который сказал, что вот мы там Украине помогать не будем, потому что... Ну, понятно, что заявление министра обороны Израиля, тут вот опять-таки возникает множество различных вопросов, это не истина в последней инстанции. То есть ситуацию, конечно же, можно и нужно, я считаю, обыграть. И я так предполагаю, вот, что в свете данных событий ситуация будет обыграна. И
Проблема еще осложняется тем, что сейчас в Израиле проходят выборы, идет внутриполитическая борьба, а Москва с помощью своих разведслужб, она всегда умеет пользоваться там, где существует или возникает какая-то внешняя, либо внутриполитическая нестабильность, хотя бы даже самая минимальная. Вот Москва тут как тут, вот как коршун падальщик, который вот поедет, увидел там падаль, раз и камнем. Ну, так же Москва, как только она чувствует, что где-то общественное внимание отвлекается на какие-то иные события, сразу же вот начинается подобного рода ситуация. И тем более тут для Плешивца так совпало, что ему, как воздух, необходимо оружие, потому что Россия не может производить подобного рода вооружение, которое производит в Иране. Вот. И таким образом, кстати, мы приходим к выводу, что Москва и Тегеран уже грубо нарушили договор о нераспространении ядерного оружия, участниками которого они являются, а именно это статьи 1, 5, 6 и 7, то есть фактически все основополагающие принципы этого договора. Если кто хочет более глубоко и внимательно ознакомиться с темой нераспространения ядерного оружия, можете загуглить название этого договора и выйдете сразу же, он у вас откроется в первой строчке на сайте Организации Объединенных Наций. Там почитайте и посмотрите. И как нужно действовать в сложившейся ситуации. Ну, мне лично представляется, что США, Израиль и Украина, им необходимо принять исчерпывающий перечень совместных мер по ликвидации ядерной угрозы вплоть до ликвидации, нанесения примитивных ракетных ударов по местам производства ядерного и обычного оружия на территории Ирана, а также временно оккупированной части Сирии, там, где Иран имеет непосредственно свое присутствие. То есть вот все вот эти заводы производства, где Иран изготавливает свои беспилотники и прочие различные вооружения, как на территории Ирана, так и Сирии, Израиль должен уничтожить. Тем более у Израиля для этого имеются все необходимые военно-технические возможности. Напоминаю, что Израиль имеет статус основного военного союзника США вне НАТО. Соединенные Штаты Америки в военную машину Израиля вкладывают больше средств вообще, чем военные, чем вооруженные силы иных стран, которые обладают таким же статусом основного военного союзника США вне НАТО. Вот, поэтому бояться в данном случае, по большей части, нужно, конечно же, не Украине, а Израилю. Потому что ну, для Украины эти дроны-шахеды, они по большей части все-таки несут... Нет, конечно, они представляют угрозу, но во многом это как слону дробина. И вообще, сами шахеды, их принцип – это просто оружие террора. Это террористическое оружие для того, чтобы навести на противоборствующую сторону страх, совершить там с помощью этих беспилотников различные террористические акты. Ну, то есть, это такое вот оружие террористов, и так нужно, собственно говоря, эти беспилотники и воспринимать. У нас в Украине, я считаю, нужно вернуться, ну, на мой взгляд, что может быть эффективно, это вернуться к опыту Второй мировой войны, поставить зенитные пулеметы с прожекторами на высотные сооружения, вот, возможно, даже те же самые вышки сотовой связи, где это удобно. Вот. И, соответственно, у них дались поражение около 12 километров у зенитного пулемета, 12,7 миллиметров калибра. Вот. То есть, несколько расчетов в крупных городах, и таким образом проблема будет решена. И, кстати, эти же зенитные пулеметы, они могут... И уже, кстати, в Украине отмечалось несколько случаев уничтожать в воздухе те же самые российские крылатые ракеты «Калибр». Вот, поэтому, да, почему, кстати, этот вопрос должен быть решен быстро и примитивно именно с Ираном, потому что вот опять-таки мы должны посмотреть на принцип безопасности. Вот, в том же самом Хельсинском заключительном акте 1970 года
Вот, и в иных актах, касаемых международной безопасности, там провозглашается принцип неделимости безопасности. Так вот, дело в том, что безопасность Израиля, Украины и Соединенных Штатов Америки в данном контексте она неделима. Потому что то, что сейчас Иран запустил, точнее возобновил производство ядерных боеголовок и, соответственно, увеличил масштабы производства своих беспилотных летательных аппаратов и ракет меньшей дальности, да, то есть эти ракеты, они сначала пробируются в Украине, а потом, соответственно, они будут направлены против Израиля и, по всей вероятности, против другого врага Ирана. Наименьшего врага, конечно, по сравнению с Израилем, это Саудовская Аравия. И тем более, кстати, в политических документах Ирана существует такое положение о необходимости уничтожения государства Израиль. То есть, кстати, я хочу сказать, в данном случае все-таки иранские аятоллы, они более честны, чем Плешив Абнулёныч. Потому что у Плешивца на официальном государственном уровне нет такого акта, изданного органом государственной власти, именно имеется в виду такого доктринального документа, типа как, условно говоря, стратегии государственной безопасности, либо военной доктрины о том, что основной военной задачей является ликвидация Украины как государства геополитической реальности и ведение войны там до последнего украинца. Вот. Потому что Плешивец это боится, но Плешивец в других, скажем так, в секретных документах, там, в научных разработках, в проектах и так далее, все это можно встретить, да, о том, что планы России, это, ну и, соответственно, в материалах активных мероприятий, которые публикуют определенные российские пропагандисты, я потом об этом, если будет такая потребность у наших зрителей и слушателей, могу прочитать отдельную лекцию, там это есть. А иранские тулы, они более смелые, они в своих официальных документах, доктринах, издаваемых им, ихними органами власти, значит, у них есть это такое положение, да, об уничтожении, значит, этого самого Израиля как государства. И поэтому, вот еще раз повторюсь, что проблему Ирана нужно решать все вместе, и в США, и в Великобритании, и Великобритании, в принципе, тоже, да, неплохо бы сюда присоединить, и Украине. И вот здесь по поводу оси зла. У нас по состоянию на начало Четвертой мировой гибридной войны, это 20 февраля 2014 года, была страна-агрессор-оккупант одна, Российская Федерация. После 24 февраля 2022 года возникла другая страна, агрессор, но не оккупант. Это Республика Беларусь, чьи действия самопровозглашенного режима Лукашенко подпадают под пункт 3 определения агрессии от 14 декабря 1974 года, резолюции ООН номер 33.14. То есть Лукашенко предоставил агрессору и оккупанту свою территорию для ведения войны против Украины. И, соответственно, теперь, вот с момента того, когда на Украину полетели первые беспилотные летательные аппараты «Шахет», а можно даже, в принципе, опять-таки, вот и определение агрессии 1974 года, если задействуют нормы, да, этого определения, то фактически с момента того, когда Россия пригласила на свою территорию инструкторов иранских, и они начали консультировать российско-фашистских захватчиков в использовании беспилотных летательных аппаратов против Украины. Вот с этого момента в войну против Украины фактически вступило третье государство – Иран. И что мы видим? Плешивый Абнулёныш, то, что я неоднократно это говорил уже на протяжении, по-моему, 3 лет, создает мировую ось зла под непосредственно своим руководством. То есть в эту мировую ось зла входит уже и самопровозглашенный режим Лукашенко, Республика Беларусь, и, соответственно, иранский режим Аятолл и государство Иран. То есть вот три государства-агрессора против
иных государств жертв агрессии действуют, то есть против Украины и Израиля. И вот в этом плане я считаю, что Украина и Израиль, они должны свои военные действия координировать. Очень важно. И Израиль все-таки в военном плане должен, конечно же, примкнуть к антигитлеровской коалиции, если он не хочет, чтобы против него было использовано ядерное оружие. Итак, я перехожу к чтению ваших комментариев, благо того, что вы уже их сюда успели накидать. Так, где вы взяли такую... Ну, слушайте, я скажу так, не хотите, идите в другие каналы, читайте. Так, Фигин, а у него нет именной футболки. Нет, я вообще, смотрите, я вам скажу, да, меня иногда жаба душит, но меня она душит в другом плане. Она меня душит только в единственном плане, что я, как мне это представляется, возможно, знаю меньше, чем знаю другие. Вот в знаниях, да? В знаниях, пожалуйста, я готов соревноваться с кем угодно. Вот, то есть у меня главное жаба. А все остальное, там какие-то каналы и так далее. Это... Ну, вы понимаете, как вот медийный мир у нас работает? Вот кто меня захочет приглашать, тот меня приглашает. Вот Василий Миконенко меня захотел пригласить на канал Субинюс. Пожалуйста, я вот на этом канале выступаю. Ну, если... Марк Фегин захочет меня пригласить, ну, пожалуйста, я у него тоже выступлю. Ну, если, опять-таки, для этого будет соответствующая тема. Почему бы и не выступить? Так, дальше поехали. Да, а что касается там чего-то, ну, послушайте, у меня и так все для этого есть. И достаточное количество любовниц, поклонниц там и всего прочего, чтобы там, где я, собственно говоря, задействован и могу... удовлетворять свои амбиции. Дальше поехали. Так, и что-то вроде футболки не поделили. Так, Юрий, на протяжении всей границы между Украиной и РФ есть города и села, и с одной и с другой стороны, где люди связаны между собой родственными связями. Удалось пропагандонам РФ разорвать связи. Ну, вопрос, конечно, абсолютно правильный, да, он... Достаточно вот ту проблему, которую вы подняли, она очень болезненная. Где-то удалось разорвать связи пропагандонам, люди не разговаривают друг с другом. Где-то не удалось. Тут не все, как говорится, так однозначно. Но, тем не менее, я рекомендую вот нашим зрителям и слушателям, которые проживают в приграничных с Украиной регионах, то есть и по большей части мужского населения, я уже неоднократно это говорил, вот жителям Брянской, Белгородской, Курской, областей Воронежской и Ростовской, покинуть эти районы проживания, где вы проживаете, чтобы, не дай бог, вас не, как говорится, повели на убой в рамках мобилизации, потому что, может быть, ну, существует еще, там, понятно, режимы готовности, планы с мобилизацией, а не резину, мы можем потом отдельно их обсудить. Вот, поэтому я вам рекомендую переехать в соседние российские регионы, чтобы не попасть под мобилизацию. А тем, кстати, гражданам Украины, которые вот самые несчастные находятся на временно оккупированных врагом территориях, вот я им рекомендую эти временно оккупированные территории, конечно же, по возможности покинуть, но так, чтобы не покидать с коллаборантами и... российско-фашистскими захватчиками. Потому что российско-фашистские захватчики, они как показывают опыт, это не какие-то мои домыслы, а вы можете обратиться к опыту, и так же будет, потому что российская политика в плане заложников и прикрытия живым щитом, она абсолютно стереотипна, то есть российско-фашистские захватчики будут использовать мирное население при отступлении, в том числе и Херсонской области, для прикрытия в качестве живого щита, чтобы... Они боятся вооруженных сил Украины как огня, чтобы вооруженные силы Украины при отступлении не попали им в задницу. То есть они будут прикрывать свою жопу. Так, далее. Так, Шулипа, грамотный инструктор, досконально все разъясняет. Ну, во всяком случае, да, спасибо за столь высокую оценку моей деятельности, но не инструктор, я эксперт. Да, лучше у меня экспертом, потому что эксперт – это латинское слово эксперта, то есть ведущий, понимающий, да. В чем он говорит. Да, еще раз благодарю за столь высокую вашу оценку моей скромной деятельности. Так, дальше. Так, сосредоточено, отлично от некоторых. Да, я понимаю, много, как говорится, хороших
экспертов. Но я тем не менее стараюсь. Так, Илон Маск одумался. Да, я, ну как одумался. Ну, понимаете, ну сейчас что возьмешь с полезного буржуазного идиота, который не был в нашей шкуре, понимаете? Дальше. Илон Маск никогда не был так близко к провалу. Штирлиц и так далее. Штирлиц. Так. Шоу. Слава Украине. Героям слава. Итак. Этот эфир свой экстренный по иранской проблеме я завершаю. Прошу наших зрителей слушать то, что, кстати, я не обратился. Пожалуйста, поставьте лайки этому видео. Раскидайте ссылочку на этот эфир как можно широко в различных социальных сетях, разместите его на сайтах. И что важно, если у вас есть ваши ютубы, тиктоки, там, инстаграмы, ну, в зависимости от того, чем вы владеете, и если вы считаете мои высказывания полезны как для вас и всех остальных окружающих, то прошу вас, пожалуйста, делайте нарезки того, что я говорю, и размещайте, распространяйте их как можно широко в различных социальных сетях. И прошу всех далеко, ну, кто меня слушает, далеко не уходите. Сегодня на этом же канале в 21.00 я расскажу вам о том, причем буду рассказывать достаточно подробно, как можно военно-техническим путем ликвидировать Украине угрозу севера. То есть как ликвидировать Лукашенко и его режим складывающихся общественно-политических тенденциях. Всем пока, спасибо за эфир. Ну, надеюсь, что та информация, которую я вам сообщил, окажется полезной. И по поводу ее подтверждения, ну, касаемо помощи. Да, кстати, по поводу подтверждения. Смотрите, вот буквально вчера отдельные представители американских исследовательских центров, ну, так называемых Зинг-Занг фабрик мысли, они косвенно подтвердили, что Иран намерен в ближайшее время создать ядерные боеголовки при поддержке России. То есть эта информация уже проскакивала там у них на Западе. Ну, это как раз-таки к вопросу о том, вот с каким опережением я даю вам информацию. То есть нужно дождаться примерно, я думаю, наверное, может быть, дней 10. Ну, примерно, да, срок. Примерно там от 10 дней до 2 недель, чтобы эта информация подтвердилась. Потому что действительно пришивец просто так ничего не делает. И вот буквально, еще раз повторюсь, два основных фактора, да, даже три, которые его заставили помочь Ирану создать и ядерные боеголовки. То есть первое – это то, что сами аятоллы вынудили пришивца во многом, да, поставили такие условия, что мы тебе не просто продадим оружие, но еще вот как одно из условий, ну, понятно, Восток – дело тонкое, это обычный, собственно говоря, восточный метод, когда они видят, что противник войну проигрывает слабо, и вот они стараются по возможности максимально нагрузить. Так же, как и Китай сейчас максимально нагрузил плешивцы, что Россия фактически бесплатно Китаю предоставляет нефть и газ. Вот. Также, соответственно, и аятоллы. Мало того, что Россия кучу денег со стороны российских налогоплательщиков терпил, отдала иранским аятоллам, плюс тому еще им и помогает в военно-техническом плане, и точнее в научно-техническом и организационных планах завершиться создание ядерных боеголовок. Следующее, конечно же, это отвлечение внимания на возможно созданный прецедент иранскими атомами по применению ядерного оружия в отношении Израиля, что потом Плешивец говорил, ну вон, смотрите, ядерное оружие применили, международное сообщество иранских аятолл не наказало, проглотило, оказывается, безнаказанно, а что бы не применить в Украине. Вот, поэтому, собственно говоря, вот такие и у Плешивца мотивы. Ну и, соответственно, третье основное – это вот создание и укрепление его оси, точнее, мировой оси зла. То, что он делает. Ну, короче, на этом я завершаю эфир. Слава Украине! Слава ее доблестным вооруженным силам! Слава Чеченской Республике Ичкерия и вооруженным силам Чеченской Республики Ичкерия, которые сейчас борются за независимость Ичкерии
и Украины. И до встречи в 21:00 по киевскому времени. Здесь на канале Sobinius Live. Да, и последний, так еще вот, пожалуйста, подпишитесь на этот канал, потому что он новенький и только что раскручивается. Ему необходимо ваша, точнее, нам необходима ваша подписка для того, чтобы вы не пропускали видео как с моим участием, так и с другими спикерами, которые здесь позже будут выступать. Всем пока и до 21:00.